Два новых светофора и одна автобусная остановка появятся на севере Сергиева Посада по просьбам жителей. Такое решение приняли участники выездного совещания. Среди них были представители администрации Мосавтодора, депутаты округа и депутат Мособлдумы Олег Гаджиев. Первый светофор должен обезопасить выезд с Зубачева поля на Ярославское шоссе. Неудобный и слепой поворот известен своей аварийностью. С открытием в сентябре новой школы, из-за чего трафик здесь ожидаемо возрастет, ситуация с ДТП может усугубиться. Здесь нужно что-то предпринимать. Значит, комиссионно так походили по одной стороне, по другой приняли решение, что необходимо поставить еще один светофор, который будет работать совместно вот с тем светофором, который уже есть. Тем самым и пробки не будут создаваться, и автомобили, а точнее автобусы могут свободно там разворачиваться, поворачивать и выезжать уже те, кто выезжает так непосредственно со стороны школы. Второй аварийный участок, требующий срочных мер – пешеходный переход напротив школы номер 21 на Северном. Многочисленные школьники и спортсмены со стадиона «Луч» ежедневно пересекают здесь проспект, создавая аварийные ситуации. Мнения разделились, либо вообще убрать этот пешеходный переход отсюда, так как рядом есть один светофор, второй. Но все-таки пришли к мнению, что нужно поставить сюда дополнительный пешеходный переход, поставить еще одну остановку, так как большое количество детей сюда утром и приезжает, и чтобы было им комфортно отсюда также быстро уехать. Поставить светофоры и остановку планируют к сентябрю. Средства на подобные мероприятия в бюджете Московской области предусмотрены. После выездного совещания Олег Гаджиев с коллегами в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» совершил объезд социальных объектов города. Проверялось соответствие прилегающих пешеходных переходов и автомобильных перекрестков требованиям безопасности. Михаил Зуйков, Вячеслав Шумов, программа «События».